Приветствую всех из Одессы. Сегодня 6 декабря 2023 года. Как и обещал, уже появилась официальная информация от воздушных сил относительно атаки шахедами на Украину. Сообщают о том, что уничтожено 41 вражеский ударный беспилотник. В ночь на 6 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа шахед по двум направлениям. Это мыс Чауда, территория Крыма, и Курская область, территории Российской Федерации. Всего зафиксированы пуски 48 ударных беспилотников Шахед-136-131. В результате противовоздушного боя силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины уничтожен 41 ударный беспилотник противника, привлекалась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы сил обороны Украины. Командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех воинов за защиту воздушного пространства и в очередной раз отмечает боевую работу подразделений мобильных огневых групп сил обороны Украины. Большинство уничтоженных шахедов на их счету. То есть мобильные группы, которые перемещаются активно по территории и активно сбивают эти шахеды. То есть, как видите, враг наращивает количество беспилотников, которые запускают по Украине. Это было 15, а теперь аж 48 штук. Вот. Атаковали и наш регион, летели и на Одессу, на Одесскую область, но все было успешно сбито. Кадры я опубликовал вчера в своем вечернем видео, как отрабатывало у нас ПВО по шахедам просто на, скажем так, на высоком уровне, на максимально высоком. То есть у нас, несмотря на то, что атака была, нету ни одного прилета, все сбили подчистую в нашем регионе. Где прилеты, я не знаю, потому что 6 48 сбили только 41, но у нас обстановка спокойная, прилетов не было. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.